Давным-давно два брата жили со своей матерью в мирной лесной общине. Пока в один прекрасный день не пришла королевская армия, обвинив ее в колдовстве, они забрали ее с собой. Тем временем кто-то украл артефакт у гоблинов на другой стороне леса. «О, великий шаман, смола Акхала украдена! Обыщите лес, убейте всех, найдите смолу!» И вот так начинается ваше приключение. Нам нужно найти способ попасть в замок. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Сын ведьмы». Я, ребята, уже поиграл маленечко в нее, так что поехали. Будем играть в локалочку. Так, наверное, будем играть в обычную, да, игру. Тут есть РПГ режим. А чем, интересно, отличается, не? А, пройдите, чтобы разблокировать героя паладин. РПГ режим. За зачистку уровня. Так, полноценный рогалик. Наверное, будем все-таки играть в обычную игру. Поехали, друзья мои. Так, чтобы присоединиться. Вот, в данный момент у меня есть рыцарь. Так, вот этот скелет-лучник у меня еще не разблокирован. Также и разбойник не открыт. Ага, пройдите игру в РПГ режиме, чтобы разблокировать вот этого воина. Завершите все испытания варвара. Завершите квест алхимика. Сопроводите Аманду. Завершите квест лучника. Так, победите охранника магазина. В общем, ребята, есть еще кого нам открывать, но я буду, наверное, играть по стандарту. Слушай, а возьму я мага, наверное, а? Или лучше вояку взять? Я играл обычно за воина. Давай за воина, наверное, да? Так, ну что, ребята, давайте, надо сейчас вспомнить, что здесь и как. Такой рогалик, знаешь, тут одной смертью, естественно, не отделаешься. Тут будешь погибать буквально через каждые 5-6 комнат, можно так это сказать. В общем, все сейчас сами увидите. В общем, я взял рыцаря, поехали. Так, у меня есть книжечка, да? Давай-ка мы ее поднимем. Жги всех. Твоя мать оставила кое-что для тебя. Я полагаю, тебе лучше взять это, пока ты не станешь достаточно опытным, чтобы постоять за себя. Я уже взял книжку, да? Так, ребят, ну с этими можно общаться, но нам этого делать не нужно. О-о-о-о-о, бегут, бегут голодранцы. На тебе. Так, у нас есть... Ой, тихо. Зачем я это сделал? Эть! Я совсем забыл. Совсем забыл, что они могут тоже бросаться и топориками. Так, что у нас в данный момент с тобой есть? Меч и бомбочки. Так, есть у нас еще суперудар. Вот так он делается. Но это когда накапливается у тебя ярость. Подожди-ка, я сюда зайти не могу? Нету, потому что у меня ключа нет. Значит, эта комната пока мне недоступна. И что ты прикажешь мне тогда делать? Сюда идти? А, смотри-ка, там меч какой-то лежит. Комнаты, ребята, всегда регенерируются по-разному. Ну, нахлобучил. Так, что это зелье у нас? Неизвестно, да? Но мы можем с тобой его выпить и посмотреть эффект. Уверенность. Так, больше мощи при полных ОЗ. Вопрос, как мне взять этот меч? Я перепрыгнуть не могу. Хм, понятно, балалайку мне. Иди отсюда, голодранец. Тихо, бомбочки тут метать собрался. Так, нахлобучиваем этих ребятулек. Без угрызения совести, сказал. Забрали так бочку, бочку, бочку. Подожди-ка, микстурку я возьму. Ух ты. Так, а значит, бомбочками можно взрывать эти камни. Почему же я этого раньше не делал, а? Скажи-ка мне на милость. Опа, а вот и лучник у нас здесь. А мне нужно выполнить задание за лучника, чтобы его открыть. А вот и ключик. Эй! Возвращайся ко мне, когда найдешь 100 стрел. Я дам тебе лук и научу им пользоваться. 100 стрел, у меня только 10 пока. Слушай, у нас с тобой есть ключ. Мы можем вернуться в ту комнату, которая была у нас закрыта. Ага. Ну чё, наверное, рискнем с тобой.
Там может быть, ребята, все что угодно. Может быть и боевая комната, может быть и комната с каким-то торгашом. В общем, пока не проверим, мы не узнаем. Опа, сундуки. И знаешь, что самое обидное? Что я к ним пробраться не могу, к этим сундукам. Да-да. Как бы это странно ни звучало, я пробраться к ним не смогу. Ух ты. 10 улиточных стрел. Так, а давай я, знаешь, что сделаю? Вначале применю вот эту вот микстурку. Телепатия. Видеть врагов за дверями. Ладно. Так, если только через костер идти. Ай, загорелся. Забираем. Забираем. Так, стрелы, стрелы, стрелы. Подожди. Ага. Это улиточные стрелы, а это у нас что за стрелы? Замораживающие. Блин, а этот сундук я открыть не смогу, потому что у меня нету ключика, опять же. Не хочу гореть, но другого, блин, варианта нету. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, хильнемся чуть-чуть. Да, здоровья, ребята, здесь у меня очень-очень мало. Здесь вообще проблема, честно говоря, со здоровьем. Оно улетает быстро, особенно на боссах. Боссов здесь будет очень много. Так, этому нужно 100 стрел, у нас пока 30. Я не знаю, любые стрелы ему нужны или определенные. Так, заплати троллю. 39 голды просит. Мост тролля. Ты платить, я отойти. Ну, давай. Заплатим. Ребят, я, честно говоря... Ух ты. Так, полностью заживляет, питает и расслабляет. Обратное управление. Вот это лучше не брать. Это лучше не брать, потому что мы с тобой будем ходить. То есть я буду нажимать вперед, мой герой будет ходить назад. То есть обратное управление. О! Древесинка. Увеличена зона поражения. Так, ну что, либо сюда идти. Ага, там у нас три врага, видишь, показано. А здесь твою ж налево. Хотел посмотреть, а он уже забежал туда, сломя голову. Тесак выпал. Кстати, тесак вот этот лучше взять, мне кажется. Он будет... Так, небольшой радиус, так, большой урон. Слушай, а я, наверное, поменяю вот так, да? Мы с тобой возьмем ключик. Меч нам этот уже не понадобится. С этим тесаком мы будем себя намного лучше, мне кажется, чувствовать. Куда? Ага, внизу торгаш. Питомцами. Так, что у нас тут? Собирает... сбивает врагов. Упертый. Здесь жалит. Максимальный уровень. Так, максимальная ярость, когда тебя бьют. 30% усиления магии. Но я не маг, поэтому мне это как бы не нужно. А этот останавливает катающие шипованные шары. Я думаю, что лучше взять вот этого, наверное, да? Сбивает врагов. Купить. Сколько он стоит-то, кстати? 50, хватает. Так, ну что, здесь мы затарились. Оп-оп-оп, куда ты бежишь? Куда ты бежишь, голодранец? Колбасим, колбасим его. Так, вот этот топорик, кстати, тоже неплохой, если честно. Вот этот вот топорик, знаешь, чем он неплох? Тем, что, ребята, он может метать его. То есть мы можем с тобой... Подожди, вот если мы переключимся. Вот так вот. Мы можем его метать и можем просто бить. Как бы есть смысл, да? Но у нас выбор. Либо ключик, блин, либо стрелы. Вот сиди теперь и думай. Вот сиди теперь и думай. Так, а как... а мне стрелы, кажется, не нужны, потому что, ну... Я, во-первых, не умею ими пользоваться. Потому что я не лучник. Это именно для лучника. Единственное, я не могу понять. Так, наверное, все-таки обычные стрелы нужны. Так, вот эти вот шипастые шары меня... Да куда ж ты? Что ж ты делаешь-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Хотел микстурку вот эту взять. Микстуры тоже, ребята, имеют разные свойства. Тяжелая магия, да? Уменьшение дальности. То есть бомбит сильнее, но уменьшает радиус магии. О, виноградик. И мензурка. Подожди, а у меня что, два топора? Так, конечно, зачем мне два топора-то? Один топор надо выкинуть. Вот. Нам и одного будет достаточно. Ну что, погнали? Ух ты, а здесь что у нас? Так, узнай свойства зелий и свитков. Понятно.
открывает карту. Ух ты, сколько стоит соточку. Мне не хватает совсем чуть-чуть. Так, а это, ребята, а здесь будет внизу уже босс. Угу. Так, пойдем сюда прогуляемся. Так, этот сбивает с ног, молодец. Так, им и нужно, этим гоблинам. Что это у нас за коктейльчик такой сейчас был? Монетки собираем. Ох ты, сумочка, ребята, это, по-моему, дополнительная ячейка. Да, дополнительную ячейку мы с тобой получили. Слушай, может быть, нам лучше взять вот этот вот тесак, а? Он как бы, ну, мощно бьет. О, нам хватает с тобой. Давай купим карту. Честно говоря, я, правда, не знаю, как ей пользоваться. Как ей пользоваться этой картой? Открывает карту. Нет манны, блин, зашибись. Один раз. Ну что, пойдем на босса тогда? Ать! С этим боссом я уже, ребята, столкнулся. Для меня это не новинка. С ним я справляюсь. Есть другие, намного сложнее боссы, поверь мне. Вот так вот, прорубили его. А где мой питомец? Есть голем тут, который бросает каменную голову свою, точнее голову он. Тихо, тихо. Главное не попадать. Да где там, что там, я застрял, блин, не вижу ничего. Тихо ты. Рубим. Так, что ты там схватился за голову? Стоит там, дергается. Так, ну что, осталось совсем маленечко у него здоровья. У этого тролля, орка, я не знаю какого. Орчиха. Да, это, наверное, орчиха все-таки. Упс. Конечно же, нужно отходить. Отходить, ребята, бегать, юлить, чтобы не получить урона. Давай добьем ее. Ать! Е! Ничего себе, из нее выпало тут, смотри-ка. Оу. Так, рюкзак. Влезает больше вещей. Дает два слота. Оу. Так, камень чернокнижника. Материал для улучшения магического посоха. Угу. Меч разбойника. Так, атака быстрая. Удар в спину. Так, как он... Как он, ребята, выглядит? Угу. А что, интересно, сильнее? Вот этот тесак? Или вот эта рапира? Не знаю. Так, кузнечный камень. Материал для улучшения оружия ближнего боя. Для улучшения, да? Мы улучшили, ребята, урон. На свой, так сказать... Ага, подхилились. На свой вот этот вот меч. Меч разбойника. Ну и теперь пойдем вниз. Когда следы вора привели к замку, гоблины начали готовить осаду. А мы с тобой сейчас полетим. Полетим на замок. Блин, и сейчас такие вояки пойдут. Вот отсюда начинается действительно жесть. Ох. Блин, эти копьеметатели еще. Пушки-поджигалки. Да уйди ты. Так, собираем, собираем награды. Ах ты, смотри, что делает, а. Пес шелудивый. Свиток опознания. Арбуз, спасибо, хоть арбузик дали. Слушай, мне кажется, надо выкинуть один из тесаков. Наверное, это будет топор. Да? Топор мы с тобой, наверное, выкинем. Да не это ты выкинул, что ты выкидываешь-то? Да господи, не то совсем. Короче, проще, наверное, вот так вот, да? Забираем вот это все. Ключ. Слушай, ну для магического посоха улучшение мне, наверное, не нужно, потому что... Потому что мне не нужно, и все. Так. Вот это я заберу. Ох ты, ну сколько тут ключей-то дали. Ну я вообще теперь просто царь. Так. Ману с тобой восстановили. Так, стрела. А я стрелы что, ребята, выкинул, что ли, те, которые у меня были? В тот раз собирал. Так, главное не выпить нечаянно вот эту вот пивную кружку, а то будет мне тут веселуха.
Двойной урон ярости. Отлично. Чё, я в бочку спрятался. А ключи? Вот так. Отлично. О, стрелы. 30 стрел. Так, теперь думаем, куда идем. Так, впереди у нас торгаш. Дополнительный урон с атак ярости. Так, смущает врагов, ерунда. Просто позволь ей коснуться их. Ломает ящики, взрывает бочки. Чтобы поговорить, взгляни на моих животных. Если хочешь одного, встань рядом и нажми Y, чтобы купить. Это я понял. Погнали. Ой, 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 пушки. Да не надо метать копье в меня. Иди отсюда, засранец. Монетки. Так, нам нужно с тобой аккуратненько. О, сыр. А у меня фул хп. Да нет, не фул. Нет, зачем проклятие-то? Ай. Не надо было. Но я же не знал. Съел какой-то тухлый сыр. Так, сейчас мы с тобой... Вот эту черную микстуру, я думаю, лучше не пить. Ну его нафиг. Так, сейчас будут паладинши, мне кажется, да, здесь? С паладиншами очень тяжело драться. Вон она идет. А кто ее сбил? Питомчик мой, что ли? Так, стандартное амбудирование. Огромный урон и охват. Тогда нам лучше сделать вот так. Огромный урон и охват. Микстурку можно подобрать? Блин, у меня что? Слишком много всякой ерунды. Давай, наверное, мы с тобой вот этот свиток выкинем. Вот этот вот. Рапиру я возьму. Все, да, кажись? Так, у нас вот здесь ключ нужно применить. И... Блин, только этой не хватало здесь. Паладинши. Ну иди сюда. Вот об этом я тебе и говорил. Люто она бомбит, конечно. Так, открываем замок. Ох ты. Кровавый миксер. Когда есть хорошие новости. Все зелья лечат. Ё-моё. Бомбочка. Слушай, ну тут шикарно. Так, это свиток распознавания. Бомба. Слушай, а чё? Блин, зачем я бомбу-то выкинул? Слушай, щит. Блин, я щит хочу. Щит критика. Уменьшает повреждение вдвое. Хо-хо-хо-хо. Блин, тут придется выбирать. Либо-либо. Может быть, нам карту? Я же могу карту заюзать. Всю карту я открыл, да? Слушай, я избавляюсь вот от этого тесака. Давай выкинем его. И так у меня слишком много вещей. А здесь у нас что? Блин, стрелы. Лучникам, я думаю, здесь было бы прикольно поиграть. Оставим, наверное, бомбы с тобой. Так, и у нас только лишь вниз. Мы с тобой внизу еще не были. Мне были еще прямо. Там торгаш, кстати. Ой. Оу, друзья мои, драконы какие-то. Слушай, мне кажется, если я возьму этот посох, будет трындец. Может, не стоит его брать, а? Что тут? Маленький драгон. Ух ты, оседлать! А как он стреляет? Я могу... Подожди, как ты стреляешь, дракоша? Непонятно, ребята, как он стреляет. Что у нас тут? Что это за зелье? Так, жжется, снимает все эффекты статуса. Больше мощи при полных УЗ. Выпиваем. Ключик забираем. Вот это что такое, жжется. Снимает, по-моему, будет меня жечь, скорее всего, да? Посох лечения. Лечит легкие раны. Защита от яда. Соточку стоит.
Блин. Очень интересный вопрос. Очень интересный. Ладно. Поехали сюда. Ух ты, смотри, дракончик действительно жжется. Он сам стреляет. Он сам стреляет огнем. Мне даже ничего не надо делать. И это прикольно. Так, телепатия. Видеть врагов. Давай. Выпьем. Ох, ё-моё, внизу ты видел сколько? Так, здесь три этих. Как, я даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, три врага. Блин, мне нравится этот дракончик. Крутой, крутой дракон. Тут ничего не поспоришь. Так, тяжелая что? Магия. Усиление магии, уменьшение дальности. Возьмем, выпьем, ключик поднимем. Так, там какой-то ящик. Посмотрим, что здесь лежит. Стрелы. Так, а как теперь-то быть? Микстурка, кстати, надо выпить. Давай, наверное, употребим ее. У нас две штуки, кстати, две микстурки. Еще стрела. Так, куда нам идти? Мы можем с тобой... Мы отсюда же пришли, да? Да, отсюда. Блин, вот я не знаю, что нам лучше, конечно, сделать. Слушай, а посох этот? Посох жизни. Оживляет мертвых и снимает окаменение. Слушай, а вот эти драконы, по-моему, как окаменелые. Ладно, пока не будем трогать. Сходим вниз. Ой! Ё-моё! Уходим, 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 уходим. На! Отбегаем. На, получи. То-то и оно. Ну, слушай, я уже стал покрепче. Я прям чувствую, как я силен. Раньше мне с ними приходилось так долго возюкаться. А сейчас на ура. Мне бы жалко, вот нельзя продавать здесь шмотки вот эти все. Так, что это у нас такое? Телепатия. Ну, давай, давай, примем. Подбирать-то ты будешь? Здесь что, нет врагов, что ли? А, тут торговля. А ну-ка. Так, магический молот. 40% шанс заморозки. Стреляет сферами золота. Плюс 15 урон, пока есть монеты. Ага, спасибо большое. Все враги замедляются. Ленивые враги. Это вот надо бы, наверное, приобрести. Попробуй на врагах, блин. Ну ладно. Так, попробуем с тобой на врагах. Опа, дракончик, да, впереди? Босс! Что он делает? Что он делает? Вызывает тоже, блин, подмогу. Да хорош ты. Так, его надо сзади, по ходу дела, бомбить. Что он делает? Зачем ты так делаешь? Тихо, уходим. По-моему, он отравлен или горит, я не могу понять, что он делает. Все, ребята, убийца драгонов я получил. Нифига, меч, смотри, какой меч выпал. Ребят, серьезно говорю, первый раз такой меч зарабатываю. Ну-ка, зуб вампира. Великий меч. Получаешь ОЗ, когда бьешь врагов. То есть вампирик, серьезно. Я всегда мечтал о вампирике. Фиолетовый. Вау. Так, материал для улучшения. Да-да-да-да-да, давай-давай, возьмем. Да блин, не то сделал. Возьмем с тобой, прокачаем наш меч. Вот. Бомбочку заберем. Так, господи, ты будешь брать-то ее обратно. Все, ребят. Так, пробирку, наверное, с хилкой оставим с тобой, да? Здесь, чтобы можно было выпить. И заходим. Слушай, я сейчас бью рекорд. Рекорд. Так, двойной. О! Не то сделал. Двойной урон ярости. Ну что, прыгаем вниз с тобой? Я бью рекорды, ребята. Я здесь еще ни разу не был. Первый раз на ваших глазах захожу. Смотри, они собираются ломать врата. И сейчас меня, наверное, отправят на защиту. Или что? Или отбиваться от орков. Так, тут все погибшие. Ну-ка. Ё-моё, шички, вы что ж творите? Ироды!
Они же сами себя тут бомбят, что ли? Ну иди сюда, аглоед. Получил. Монетки собираем. Так, ну топорик мне этот не нужен. Бочку вот подобьем. Вот. Микстурка — это то, что нужно. Куда нам пойти с тобой? Наверх давай прогуляемся. Ой! А это еще кто там бегает? По-моему, я этого чувачка должен спасти. Спас, ё-моё, его подбили. Ой, наверное, надо было, чтобы он выжил. Но я не успел. Так, это у нас свиток опознания, да? Понял. Так, бочки уничтожим. Посмотрим, что у нас тут будет лежать. Виноградина. Так, а этот с ключиком. У нас ключи же есть? Есть. Кто тут? Да ядрёна ваша. Уходим. Ух ты, чё это, они ускорились-то? Эй! Какие еще камни? Это маг! Это враг, ребята, я-то думал, что это друг. Какой-то нафиг друг, это вражеский маг. Так, посох, что за посох тут стоит? Стреляет призрачными сферами. Отравляет оружие союзников. Нет, спасибо большое, они потом будут меня еще бомбить этим оружием. Опа. Замешательство, все нападают на всех. Слушай, было бы прикольно на это посмотреть. То есть все нападают на всех. Ну ты понял, да? В чем прикол? То есть враги будут сами на себя нападать. Ладно, здесь ничего интересного для нас нету. Вниз. Или наверх, вроде. Что? Замешательство, ребята. Пускай они друг с другом тут воюют. Ай, дурики. Слушай, прикольно. Тихо, подожди, зачем? Подожди, я тут еще не добил, оказывается, бочки. Стрела. Стрелу поднимем. Мы с тобой должны накопить 100 стрел. А вот это что такое? Буревестник, 30 урона, вызывает град. Окрыляет всех союзников. Закат. Тьма увеличивает ваши силы. В плане. И зачем? Ладно, пускай будет. Блин, вот эта штука, наверное, прикольная, да? Вызывает град. Окрыляет всех союзников. А, окрыляет, они ускоряются. Нет уж, спасибочки. Мне такое счастье не нужно. Слушай, а здесь я был. Я просто обошел вокруг, получается, да? Значит так, подожди, а почему я вон того торговца не видел? Я к нему, наверное, не зашел, верно? Ну-ка. Давай сюда. Ой! Да иди ты. Давай, 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 давай. Эх, сейчас бы замешательство бы сюда, а? Что мы не бомбили друг друга. Ну что, гладранцы, все? Получили свое? Нифига у меня монет. У меня столько монет за все мои прохождения не было. 1000 с лишним. Так, что это за зелье? Выпить не хочу я. Когда неизвестный эффект, это лучше не пить. То же самое. Что за сыр? Плюс 10 урона от яда. Кусок гнилого сыра не надо. Где торгаш у нас? Вот тут наверху? Или вот тут? Блин, какой-то торгаш, ну чувак с бомбами. Копья. Слушай, ну мне нравится мой питомец, я не пожалел, что его взял. Если честно, он сбивает вообще великолепно врагов с ног. А то бы они тут начинали бы буянить. Единственное, что у дракончика моего здоровья кончается. Так, а вот здесь торгаш уже, да? Подожди, да где же торгаш-то? Видишь, по карте он нарисован. Домик такой, видишь? Ну вот в данный момент я как раз нахожусь в этом домике. И тут одни трупики. Странно. Так, курочку перекусили. Слушай, мне кажется, это вот то, что у меня меч такой крутой. И мы с тобой восстанавливаем здоровье. Вампирик, это классно. Ладно, мы с тобой пойдем вот сюда, здесь не были мы еще. Ну, голодранцы. Ух ты. А ты-то еще откуда взялся? Вот же... Блин, маг этот.
Плешивый. Раскатал губочки. Так, неизвестный эффект. Опять выпей и узнай, что будет. Нет, там, конечно, может быть и положительный эффект, но лучше не рисковать. Оу. Так, все враги замедляются. Угу. Так, превращает врагов в овец. Стреляет сферами. Угу. А вот это что такое? Срабатывает на всех предметах в комнате. Переплавляет в золото. Ху-ху. Слушай, а зачем мне вот этот вот меч? Он мне уже нафиг не нужен, согласись. А вот это вот можно было бы купить. Все враги замедляются. Взять, что ли, а? Так, нам надо от чего-то избавиться тогда. От чего избавиться-то? Так, 70 стрел. Блин, я не знаю, ребята. Все как бы нужно. И ключи, и стрелы, и... Ладно, свиток нам не нужен. Потратился на него, конечно. Так, я могу... Вниз сходить. Внизу я был. Значит, только сюда идти. О, сколько вас тут. Фига там стрел в меня полетело. Копий от этих протарианцев. Ну, нахлобучил. Замечательно. Можно переплавить, но зачем? А где моя переплавка-то, эй? Вон она, блин, лежит. Я могу здесь переплавить, верно? В золото. Да. О, так оно... Оно несколько раз здесь, оно, по-моему, даже бесконечно. Отлично, ну-ка проверим. Ух. Неплохая штука, я тебе тогда скажу. Что-то орки тут дерутся и рыцари, они... А, ну правильно, вторжение же произошло, да, орков-то? На их территорию, поэтому они тут и воюют. Ё-моё, вот здесь вот сейчас мы переплавкой займемся. Шикарно. Блин, что сделал? Я не это хотел. Иди отсюда. Идите, идите, идите нафиг от меня. Стреляет по мне, ты посмотри. Че? Так, микстура. Переплавку делаем. Забираем. Подкрепились. А эти пушки нельзя уничтожить, да? Я понимаю так. Нельзя. Так, наверху у нас с тобой торгаш, а потом будет босс. Ага, 50 урона от яда. Повреждает только врагов. Взрывается случайным образом, рыба-еж. Находит двери с минимальным количеством врагов. Все. Отравляет врагов. Единственное, ребята, я боюсь, что этот босс будет слизень. А слизня я не мог доселе пройти. Он очень-очень жесткий. Для меня, по крайней мере. Посмотрим. Нет, это не слизень, это какой-то... Псих! Чё так быстро-то ходишь? Опа! Еще не легче, он меня взял и сбил. Улетаем. Улетаем, сейчас на тот свет улетим. Да будем мы... Во, сел на дракона, я успел сесть. Че? Он шустрый. Он сбить меня может еще. Поджигаем, поджигаем, уходим. Да ты посмотри, какой он, а. Текай, 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 текай от него. Постоянно двигаться, иначе крышка будет. Ага, губишки раскатил, конечно. Уходим. Бьем, 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 бьем. Есть. Яростный удар подействовал на него. Он даже потерял свой тесак. Все. Нет, ребята, крутой меч. Казнь. Так, босс циклоп, что-то там. Блин, прочитать не успел. Слушай, смотри, тут громовержец. Великий меч, атака молний. Ого. Пушистая подушка, пуфик. Неуязвимость во время специальных атак. Ничего себе тут нахапал. Так, возьмем бомбочку. Улучшение оружия же, да? Ох, ё-моё. Конечно, давай еще прокачаем себе меч. Крут, крут я стал. Слушай, ну вот этот меч я бы тоже, наверное, с удовольствием бы взял бы. Давай, наверное, мы с тобой избавимся от бомб. Нет, ключи
и возьмем с тобой этот меч. Так, ну-ка. Не-не-не-не-не, не выбрасывай. Немножко, ребята, еще путаюсь в этих кнопках, если честно. Он, насколько я понял, бьет врагов. Нет, это не вздумай. Бьет врагов магией, да? Громовержец. Да ёпрасте, ну давай ты. Так вот сделаем, да? И не вздумай выкинуть-то, ё-моё, что ты делаешь? Я хочу микстуру просто поставить, все. Ну чё, погнали? Проходим дальше. Стражи, не трогайте их, пожалуйста. Подойдите ближе. Я узнал тебя, ведьма сказала, что ты можешь прийти. Она здесь, чтобы помочь нам. Это король. Монарх. Кто-то поднимает мертвых в катакомбах в подземельях. Скелеты убивают моих людей. Ведьма отправилась в катакомбы, чтобы найти некроманта. Наши силы тают в сражениях с осаждающими нас гоблинами. Поэтому я отдал приказ открыть все камеры и освободить и вооружить заключенных. Я надеялся, что заключенные будут сражаться с мертвецами, пока мы не победим гоблинов. Но они ополчились на нас и перебили всю стражу. Мы вытащили лестницу, так что никто теперь не выберется. Я планирую отправить туда войско, как только осада гоблинов завершится. Если хочешь спуститься вниз сам, я не буду тебя останавливать. То есть выбор за мной, да? То они против меня тут воевали, тут, понимаешь ли, понадобилась моя им сила. Пошли. У нас, ребят, все равно выбора нету. Ух, поехали. Это мы переходим с тобой 2 недели назад. Разбойник. Мне нужно за него выполнить квест. Он хочет похитить посох, да? А эти спят пока тут возле костерочка. Расположились. Сейчас сирена, наверное, поднимется. Такой хитрый. Слушай, я бы хотел бы сыграть за разбойника. Мне кажется, он неплохо дамажит. Ушел. А это еще кто такой? Так. Опа. Телепорт. Да ладно. Упс. Что-то мне это все не нравится. Неужели это будет главный босс? Не нравится эти, серьезно говорю. Ой! О, они метают. Они, ребята, метают. Смотри-ка, как он шустро двигается, а? На. Что, ты не понял, что ли? Так, микстуру, наверное. Эй, подожди, микстуру мы, наверное, с тобой. Ну, зачем я ее выпил, если у меня было фул хп? Ну, переплавка. Конечно же. Переплавочка. Так, торгаш. Ух ты. Что тут интересно? Полностью заживляет, питает и... Не надо мне обратное управление. А оно все, что ли, идет на обратное управление? Нет. Разбойник, меня такое дело не устраивает. Я как-нибудь воздержусь от этого всего дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут надо постоянно, ребята, двигаться, иначе завалят ненароком. Так. Блин, а у дракончика-то потихоньку. А почему? Ах, они жулики. Я думаю, почему у меня предметы-то вылетают? А они их воруют. Ну, своровали мои предметы, короче, а я их убил, и предметы обратно ко мне вернулись. Зашибись. Так, микстуру. Дай-ка я вот эту вот выпью. Что это такое у нас? Тяжелые кости увеличивают урон добивания. О. Так, и переплавку. Куда нам дальше-то идти? Сюда, судя по всему. Блин, у дракончика, если здоровье закончится, я буду бегать пешком. Так неохота. У нас, смотри, какое преимущество. Мы с тобой можем поджигать врагов. И я считаю, что это очень круто. Это очень круто, ребят. Так, микстуру я, наверное, заберу. И переставимся на нее. Так, подожди, переставимся. Мы с тобой сделаем немножко по-другому.
переплавку. И теперь микстурочку. Так, мы можем с тобой пойти куда? Здесь мы были? Были. Наверх? Были. Значит, сюда. Ой! Шипы. Шипы — это плохо. Иди ты, партизаны, сюда. Что это за микстура у нас? Ага, видать, врагов за дверьми. Выпьем. Карту мы с тобой, да, открыли всю. Так, я успею здесь? Успел. Вот тут надо успеть. Одни отравляющие, другие замораживающие шипы. Ключи есть? Ключи у нас с тобой есть. И хорошо, значит, мы открываем двери. Кто тут? Опа! Сейчас. Я это все дело заберу. Надо просто очень быстро двигаться, иначе... Так, а ключики-то все тютюшеньки, да? Да, друзья мои, ключики тютюшеньки. Все, закончились, к сожалению. Это плохо. Это плохо, так. Ладно, куда нам еще идти? Вниз. Еще вниз, да? Да ядрена вож. А это еще кто там такой? С зелеными мечами. Да хорош бить-то! Да почему ты не атакуешь-то? Сколько раз я вот именно из-за этого проигрываю, когда вот так вот зажмут тебя и начинают колбасить. Ты ничего сделать не можешь. Больше мощи при полных УЗ. Подожди, а почему мне здоровье уменьшается? Эй! Я отравлен, что ли, был? Или... Непонятно. Так, короткий и зараженный отравляет врагов. Ребята, я потихоньку теряю здоровье. Да ё-моё, и как вылечиться? Не знаю, друзья мои, как мне тут вылечиться. Да никак, наверное, не вылечится. Так, что у нас тут? Увеличивает урон добивания. Выпиваем. Меч. Меч у меня вот он. Переплавку сделать, наверное, да, надо? Окей. Переплавочку сделали. Шипосты. Так, а это что у нас тут? Да ну-ка, ты что, издеваешься, что ли? Как это там пролечу? Они меня замораживать будут. Нет, ребят, как это... Ересь. Полный причем. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, выпьем. Восстановим немножечко хп. А здесь у меня блин, стрелы, которые мне нужны. Почему я не могу вот это вот разбить все, а? Ладно. Ух ты, ух ты. Что это? Подвеска. Блин, боюсь, что шипы тут будут. Так, постоянно защита, иммунитет к яду. Конечно, елки-палки. Так. Мышечный спазм. Уменьшает повреждение вдвое. Никакого скольжения по льду, но замедляет липкие ступни. Острый и быстрый, замедляет врагов. Ух. Блин, я уже не знаю, у меня уже столько всяких оружий. Я даже просто не знаю, что делать. Может быть, карту выкинуть, а? Как думаешь? Блин, я даже не знаю. Мышечный спазм, иммунитет. Вот этого я не могу понять. Что это такое? Давай купим. Блин, вот как бы мне дракончику хп восстановить? Вот что мне нужно. На самом деле. Ну иди ты. Вообще на изи разбираюсь. Просто на изи. Как получил вот этот вот супер-пупер оружие. Так, а что ты не берешь, я не могу понять. Стрелы-то можешь подобрать или нет? Вот. Теперь надо здесь как-то пролететь быстро. А как тут сделать? Подожди-ка. Хоп. Ага, вот так вот. А это у нас свиток распознавания. А зачем я сюда залетел-то? Скажи мне на милость. Ой, дурик. Поплыли обратно.
Так, здесь торгаш. Хм. Сюда что мне нужно? Блин. То есть в любом случае нужно... Да как тут сделать-то? Он же... Так, а у меня иммунитет к яду, но не к заморозке. А по-другому мне никак не пройти. Нет, есть еще одна комнатка, где я не был. Ты, я думаю, видишь, да? Как она отображается. Она... Так, тут я переплавку-то почему не сделал? Вот комнатка. Вот здесь я не был. Давай, 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 всех бомбить. Всех крушить. Ну, здесь чисто на голду. Вот эти ящики здесь наверняка неспроста лежат. В них, наверное, что-то есть. Что-то есть хорошего, ягодка. Так, переплавочку сделаем. И доберем с тобой монетки. Так, ну что, получается... Получается, во всех комнатах побывали. Ё-моё, ну неужели... Помогите! А как? Парень, ты как там появился-то? Блин, а как тебе помочь-то? У нас ничего такого и нету здесь, да? Не продается. Блин, это, по-моему, и есть разбойник. А я весь динамит выкинул, да? Все эти бомбы, взрывчатку. Ой, блин, ну не было печали. Так, а что вот это делает у нас? Никакого скольжения по льду. Но замедляет. Вот здесь, ребят, ну хоть убей. Как тут быть-то? Надо очень быстро пролететь. Естественно, не напороться на шипы, чтобы нас не заморозили. Что, придется лететь. Оу! Фу! Бедный дракончик. Да ё-моё, дракона убили. Гады вонючие, плешивые вы ироды. Ну вот. Теперь мы будем с вами терять здоровье. Дракоша. Блин, и тут вот эти шипы. Да, теперь будет весело, ребята. Теперь будет веселее некуда. Твою же налево, а. И босс еще к тому же. Трындец. Что? Что он делает? Да отвали ты от меня. Чего вас так много-то здесь, эй? Да меня тут расколбасят сейчас. Ребята, меня сейчас уничтожат. Если только... Вот так вот. Так он когда бьет меня, что, глушает? А, шипы, блин. Шипы от этой булавы летят. Вот, ребята, и финиш. Дошел, блин, называется. А вот и разбойник, да, ребят, надо было его как-то выручить. Ну как, я не знаю, ребят, он там сидел. И теперь, представляешь, мне все заново. Все заново. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!